Глава Красноярска Сергей Еремин и еще трое чиновников городской администрации улетели в Дубай. Завидная служебная командировка продлится 5 дней и будет включать в себя обучение по программе «100 городских лидеров». Как новостям Прима сообщили в пресс-службе мэрии, Еремин обучается по этой программе в Сколково с октября прошлого года в компании мэров еще 40 крупнейших городов России. И один из блоков обучения сейчас проходит в Дубае. Кроме главы, сейчас там учатся его заместитель Олег Животов, руководитель управления архитектуры Юлия Салаварова и заместитель начальника отдела департамента главы города Юлия Потылицына. Общая сумма затрат на 4 человек составляет 610 тысяч рублей, включая авиабилеты эконом-класса, проживание в течение 5 дней и страховку. Все обучение оплачивает государственная корпорация web.rf, кроме, разумеется, перелета, гостиницы и страховки.